А ядом они, наверное, лечатся или нет? А горение мутантом 34-х. Блин, как-то странно тогда. А, вот эти лечатся. Вы поняли, чем. Так, взрывом. Уязвимы что те, что те. Ну, не знаю. Проклятие что-то, кстати, не ко всем липнет. А к молнии? Молнией или же гигантской пулей? Ну, ладно, пулей. Все же пулей. О, похилили. Спасибочки. Какой же он бесполезный, этот танк. Такс. Пятнадцать тысяч, ну, думаю, теперь можно и так сделать. Все-таки не зря ж мы суши кота качали. А то обычно им не пользуемся. Хватает других хилов. Уровни. Конечно же, уровни. Боюсь я сюда ходить вообще. Да, можно их двигать. Во, огнеупорные ботинки позволяют группе ходить по магме. Правда, при этом наносится небольшой урон от огня. А, зажигать нельзя, да? О, стероиды. Хочу туда. Как мне пробраться туда, чуваки? Видимо, нужно вот этих победить, чуваков всяких. Ну, в общем-то, теперь будет легче. Теперь полавим, сможем добраться куда нам надо. Урон от огня, говорите? Да плевал я на ваш урон. Интересно, если мы прямо на лаве будем перезаходить в игру, то этот урон от огня будет откатываться или нет? Ну, пока что у меня необходимости в этом нет. Кстати, когда мы переходим через экран, то оно перестает, по-моему, дамажить.
Ага, тут можно переходить, вот, да? Теперь можно что сюда пройти, что здесь пройти везде. То есть универсальная получается такая. Вот сюда теперь. Сколько еще бутыльков осталось? Если вообще остались. И вот смотрите, нас не дамажит. Видите, то есть мы можем стоять на лаве, если только что перешли с одного места в другое. Но если начинаем идти, то тогда начинает снова дамажить. Угу, есть тут проход, есть тут проход. Хорошо. Нужно искать еще проходы по лаве. А вот где-нибудь это нам пригодится. А где молот хранится, которым разбивают все эти штуки? Вот тут непонятно, как пробраться-то. А, слушайте, это ж я, по-моему, даже помечал. А, ну тут нужно... Или стойте, вот это вот разбить, да? То есть все очень печально. Значит, смотрим. Где же достать этот чертов молот? Тут же ж нигде не написано, в каком сундуке он может лежать. Я не хочу убивать всех подряд. Не знаю, в общем. С чего бы начать тогда? Возможно, с вот этих кальмаров. Посмотрим, что у них в сундуке. Это что еще такое? Ядерные бомбы. Зараза. Давайте их опознаем и убежим. Погода, воздушная тревога. Бомбы, ракеты, аптечки. Зеленый кальмар. У него есть уязвимость, кстати, к нашим циркулярочкам. Но я думаю, стоит сначала за ракеты приняться. К чему они вообще уязвимы? К взрывам уязвимы, так что все будет чики-пуки. А к циркуляркам уязвимы? Уязвимы вполне себе, поэтому давайте ими тоже пить.
Очередная пелена. Сколько можно задолбал? А это вообще безопасно ядерные ракеты разрушать? Вдруг они взорвутся прямо здесь? Ну, впрочем, это такая игра, где рассказано, значит, надо делать. Чу. Лучше бы ты по ракете бил, а то она скоро взорвется. Ответочка. Эй, где ответка? Эх, чувак. Надо было отвечать. О, котейку похилили. Значит, смотрим. Делает то, что от нее можно ожидать. Когда счетчик дойдет до нуля, уничтожит вашу группу огненным взрывом. А если у нас иммун к огню? Слушайте, я подумал, вот с этой Вальгалой надо, наверное, посмотреть, что там за боеголовки. Там химическая, точно, ядовитая. То есть там проблема у нас была именно в том, что у нас мало УЗ. Если бы мы дожили, возможно, мы бы отхиливались за счет всяких ядерных ударов и так далее. Да, к этой Вальгале нужно очень хорошо подходить, ну типа, с умом. Ну или может быть она оверпавернутая в начале идет. То есть, может, разработчик специально сделал, чтобы ее раньше определенного момента нельзя было убивать. Не хватило мощи. Ух, что это? Такс. Давай такс. Чтобы отхиляться нам хотя бы. Заодно и урон неплохой будет. Неужели? Хоть раз прилетело, когда нужно. Ну, кто тут дальше будет у нас? У-у-у, сколько ядерных бомб и лазерных турелей и другого дерьма. Надеюсь, здесь награда того стоит. Побольше этих. Стероидом. Хотя они оказались не такими уж и крутыми. Ну вот вы посмотрите, что творится. Одна большая пуля и все. Телек. О, нет. Вот эта вот фигурка на телеке, она вообще странная.
Слушайте, там творится что-то непотребное. Нужно срочно всех полечить. Муха полетела на прожектор. Это многозначно звучит. Хорошо, что я берег эту обилку. Может, кстати, и пелену снимет? Не, не сняла. А зря. Эй! В прошлый раз же ж убила нафиг. Тунс-тунс. Эй! А как аптечка может полечить механизм? Это неправильно. Вы ошибаетесь. Миссия выполнена, 160 тысяч, и у нас новый уровень. Быстро уровни пошли, потому что здесь у нас и выбора-то нет, качать их или нет. Ну, стероиды хотя бы есть, и на этом спасибо. Тридцать второй уже уровень, жесть. Но мне нужно знать, где именно ботинки мои. Ой, или молоток. Крутой молоток, где? Где крутой молоток? Где он? Может здесь? А может там? А я хз вообще. И где свеча? Может, здесь молоток или свеча хотя бы? Чтобы типа сразу здесь взять эту свечу. Такс. Нет, надо не забывать последовательность. А то если последовательность будет неправильной, то у нас могут возникнуть проблемы. Только один выжил. Чувак, может, отступишь? Бесишь нас тут. Что дальше? Зеркала. Ну, у нас физурон. Ай, блин, у них иммун к смерти, да? Ну, хотя бы прокляли часть из них. Котей, 12 тысяч хп.
наш танк. Самое маленькое количество хп лучше всех сдерживает урон. Давайте сначала запустим циркулярочек. И так будет гораздо лучше и легче. Нет, тут ничего особо крутого нету. А, может быть, вот эта вот зажигалка здесь находится? Да, я думаю, там зажигалка должна быть. Потому что там вокруг, видите, вот эти вот жаровни. Так, боевой мамонт. Хотелось бы его захватить, наверное. Хотя нет, не хочу я париться. По-моему, где-то есть мамонты, да. В зимнем биоме более слабые, короче. Там их захватим. Не хочу здесь захватывать. Еще тут геморрой. 433 тысячи жизней. Если мы их будем захватывать, это будет какая-то непотребность. И у Анса нужно муху убрать. Она ему вообще ни к чему. Он какое-то непотребство творит, видите? Какой ужасный мамонт. Метка всем. Тентакли. Может быть, получится приговор какой-нибудь наложить. Но почему? Почему на мамонта никогда приговор не работает? Только на всяких шестерок. Проклятая турель. Все проклятые турели. Это ОУ. Точно так же, как и отступающая турель. А что если будет... что если проклятая турель отступит? Такс. Зря ты убил котейку. Ой, зря. На тебе ответку. Это было несложно. Нет, проклятие очередное. Если бы мамонту смерть сработала.
А то на эти 7000 хп пила бы их и так убила. Дунс бивнем. Его хотя бы ему урон наносит. Так, здесь лучше тьмой. Сто 122. А молния? Молния хотя бы лучше получается, чем взрывом. Отступать не будешь? Будешь, но... Ты ж не захваченный. Да, посмотрим, что он там нам даст. Круть. Мой домашний боевой мамонт. Взрывом атакует, ошеломляет цели, плюс еще и баф дает. Это его вызывает вот этот предмет, слон какой-то там, синий, по-моему. Да, вот свечка. Теперь нужно все зажигать. Куриная ножка. А тут какое-то подземелье. И, кстати, вот эти монстры, оказывается, респавнятся. Может, посмотрим, что тут находится. На меня капает что-то холодное и липкое. Давайте поспешим и найдем выключатель. Фу, я наступил на что-то мягкое. И стены словно дышат. Мяу-ня. Безлап говорит, ему и в темноте все видно, но остальные вряд ли выберутся. Мне это не нравится. Если ты бросишь наш в темноте без лап, мы можем тебя случайно подстрелить. Мьё. Интересненько. А я знаю много мест, где такие жаровни есть. Такс. Ну, тут, короче, какая-то жопа. Не хочу я здесь вообще ничего делать. Пока что. Потом вернемся. А чё здесь, наверное, молоток где-то прячется? Тут же ж нифига не написано, где молоток находится, где еще что-то. Так, где-то тут есть вообще то, что мы ищем. Где что можно поджечь? Хочу чего-нибудь поджечь. Срочно.
Стойте. Стойте. А, вот здесь, кстати, можно открыть этот храм, да? Всего лишь сундук, а как открыть сам храм? Я не понял. Во. Ну, хотя бы так. Стероиды. Куча-куча стероидов. Жаль, что для зеленухи мы ее не особо-то используем в бою. Хотя она не так плоха. Я и практически не качал атаку, а она у нее все равно как у ланцев. Почти. Так, со здесь нечего зажигать. Вроде нету. Тут тоже нету. Где же я видел еще зажигалки? Ну, в смысле, то, что можно зажечь. Возможно, тут... Нет, это аж, собственно, то место. Может, здесь где-то? Ну, может быть, здесь поразрушать все. Где-то здесь должен быть молоток. Давайте просто эти монолиты одолеем. О боже, как страшно. 33 уровня. Боюсь. Я очень устал, да. Почему бы просто не сделать так? О! Космомонолит. Блин, и два тундровых. С этим нужно что-то делать. А у меня нечем их бить. Зараза. Нужно поменять, наверное... Хотя есть чем бить, в принципе. Надо точность накастовать на этого чувака. А котейка, надеюсь, выживет. Ульту заюзаем. И я не хочу париться с космомонолитом. Вон, смотрите, что жесть какую творит-то.
Хотя нет, ульту не заюзаем. Не получится. Высокая точность. Ну, высокая это не значит бесконечная. Дрона нужно. Сто сорок семь тысяч. Норм так. А может его захватить попробовать? А чё ты не ответил на Галиту-то? Котейку давайте поставим. Естественно, он уклоняется, говнюк. Тайна злорадствует за смертью Ланса. Чё-то это хрень какая-то полнейшая. Нужно кого-то как-то убивать, да? Ничего не прокает, не работает. Слушайте, у тебя же есть лимит, да? Который убивает так с высоким шансом мгновенно убить всех врагов, не работает на боссах и имеет очень низкую точность. Очень низкая точность это плохо. Но. Это не босс. Это ведь не босс. Значит, стопроцентный шанс убийства. А, у него иммунитет к убийству. Плохо. Может быть, убить тогда... Не знаю, в общем, это как-то глупо. Все. Все это довольно глупо. А ты уязвим к смерти?
Это их точность, она меня бесит. Слишком большая точность. Может, местью попробовать толпануть? Лимит. Давайте-ка призыв здесь. Призыв, какой призыв? Вот этот, да? Или инвертор? Нет, ну инвертор. Нам не важна их атака, хотя, может, и важна. Дрон офигенен. Смогу ли я добить тесаком? Давайте, наверное, попробуем вот этим тесаком. Хотя нет, не получится 100%. Придется бить сначала эти монолиты. Что? Он даже не убил монолит. Будь ты проклят, черная дыра. Серьезно, даже его не убило. Такс. Увеличиваем нам точность и бьем молнией, да? Чтобы убить космомонолит грёбаный. Не можем уменьшить точность врагу. Сделаем увеличение точности нам. Ну, наконец-то. Хоть одного смогли. Это был босс, да. У нас больше не будет этих монолитов, правда, ребят? Если бы. Если бы это был босс. Я воскрешаюсь, как этот. Как кто-то. Так, ты сбегай давай.
Ну хорошо, попробуем так. Ну вот, так лучше. Так намного лучше. Мушка. Правда, она даже ничего не наколдовала на противника. На противника. Раз. И надеюсь, ты добьешь его. Наконец-то. Как его захватывать, я не знаю. Какое у него свойство, я тоже не знаю. Ну, у того монолита космического. Опять 500 000 опыта дали. Жесть. Должно быть здесь что-то важное. Кубик Лего. Эти монолиты, они сделаны из кубиков Лего. О, с этой стороны вышли, прикольно. Да, на волокно две штучки. Офигеть просто. Лучше я ничего в жизни не видел. Может, что-нибудь еще здесь интересное есть? Такс. Как-то... Ой, в эти кристаллы можно заглядывать. И все. Печально. Я думал, молоток найду. Где же грёбаный молоток, чуваки? Чуваки, где молоток? Где я что пропустил? Ну и, в общем-то, на этом пора заканчивать уже, а то я уже вообще закумарился с этой игрой. Ужас какой. И всем пока-пока.